Мистер Оливер, расскажите о цели вашего приезда сюда, в богом забытый край, и почему вы выбрали именно Черемушки Саяногорск? Сюда нас пригласили люди, работающие в школе. У нас есть связи с людьми, работающими в школе в Красноярске. And it was because they have that contact between the teachers that the teachers here found out about us. Так что учителя здесь, они узнали от тех учителей, то, что мы здесь, и вот так мы здесь. So we have come to just to tell the people here about ourselves, where we are all from. В общем, приехали, чтобы рассказать людям, откуда мы, о себе. I myself am from Australia. Я сам из Австралии. We're really glad to be here. Мы счастливы быть здесь. And we thank the people who have asked us for coming. И благодарим тех, кто пригласил нас сюда. And we have already had a really good time down here in Cheremushki. Ну и уже вот то время, что мы здесь провели, было для нас очень хорошим. Расскажите, вот вы в Сибири, я так понял, наверное, не первый год, да, живете? Do you live here not the first year? I have lived in with my family in Krasnoyarsk already for 6 months. Я живу 6 месяцев здесь с семьей в Красноярске. And we are planning on staying for all of this year as well. И мы планируем весь этот год еще находиться здесь. Насколько я понял, то есть вы немножко знаете Сибирь, можете ли вы сказать, чем отличается вот именно наш уголок, находящийся в тени крупнейшего в мире ГЭС, чем он отличается от других уголков, может быть, Сибири, в которых вы побывали? You have seen some places in Siberia. What do you think makes this particular town different from like other places that you know? The first thing that struck me about this town was that it was a lot cleaner than other cities I have seen. В общем-то, меня удивило первое, что этот город небольшой, он чище всех остальных мест. I think that might be because it's a newer city than many other cities. Возможно, потому что он довольно сравнительно молодой по сравнению с остальными городами. And of course, we just saw the very large dam this morning. Конечно, мы только что утром видели эту плотину, да? So I think that whole project makes this town much different to other towns that I have seen also. Так что вот это делает тоже город отличающимся от остальных других мест. Мистер Оливер, ну, я думаю, это широко известно, то, что уровень жизни в нашей и в вашей стране совершенно разный. Но есть ли что-то общее между вами и нами? Of course, our life level is quite different. But is there something common between our people and Yeah, life is very different between from where I have come from and here. Да, действительно, жизнь, конечно, отличается от того места, где я пришел, по сравнению здесь. And that is obvious probably to many people in the form of material things that we can buy overseas as compared with here. Ну, в плане тех материальных, так сказать, благ, которые мы можем приобрести там, это, я думаю, понятно, заметно. But there are similarities between the different cultures that I have seen. Но я видел также сходства между нашими культурами. And I think that they are more in the area of what is more valuable to our lives. Я думаю, это относится к тому, что наиболее ценно для нашей жизни. And I think particularly of family life. Я думаю, это семейная жизнь. And the need for good education. Необходимость хорошего образования. Because I see that those values are held very highly in Russia, just as they are in many other countries. Я вижу, что в России тоже высоко ценится, так же, как и в других странах. Большое спасибо вам за интервью. Thank you.